где получить всех компаньонов в Far Cry 6. Гуапа – милый крокодил, который настолько суров, что получается за прохождение пролога игры. Чоризо – песик на инвалидной коляске, предлагающий стелс прохождения, находится на карте повстанцев вот здесь. Чичерон – петух для активного стиля игры, квест на которого можно взять на пике патриотов вот здесь на карте игры. Бумер – хороший фильм и пес из Far Cry 5. Квест можно получить, отправившись в это место на карте игры. В единственном контейнере у рельс вы и найдете бум-бума. Алуса – черная пантера, которая будет прятать тушки ваших врагов, если вы будете находиться в стелс-режиме. Чтобы начать квест, отправляйтесь в пещеру на начальном острове и найдите все три нужные для квеста статуэтки. К-9000 из Far Cry Blood Dragon дается за предзаказ и обладает большим количеством здоровья, нежели чем обычный Амигос пес. И шампань. Получить ее можно за делюкс издание игры, за что она будет воровать шекели у солдат и нести их вам.